Так, одну пешка. Ну, в принципе, мне любое оружие нужно, так что я не гордый. Посижу, как крыса у них на крыше. Один упал. У него броня есть еще. Так, я их убил, только там на подходе еще автомат Калашникова где-то. Наверное, лучше съебаться. Чё, блядь, только что произошло, нахуй? Блять, откуда? Так, броню я вообще забрать не смог никакую, но зато оружие принес нехуевое количество. Отлично, не мешает лут забирать. Пиздец, здесь лута, конечно. Просто гора целая. Вау. Все, я хочу уходить, наверное. Теперь только еще эту херню. Я умираю. Доигрался, блядь. Могу перебинтоваться и ТП делать домой. Ну добей мне макросы. Без макросов ты же ничто, да? Ебатый пидор гнойный, конечно. Ем-бом-бом, блядь. Только пешку выбил. Охуеть. Не, ебать, ты крыса. Вот что я тебе скажу, друг мой. Блядь. Жизнь боль, сука. Просто жизнь боль, блядь. Я тебя поднял, пешка на земле. Домой улетай. Давай, удачи. Ну а дальше я не стал ничего монтировать, ибо оставшиеся 10 часов материала, по сути, говно какое-то. Никаких интересных игровых ситуаций и ничего интересного в моей подаче. Просто вода с бессмысленными перестрелками. В общем, я не готов выкладывать подобное на канал, и мне хочется верить, что вы не готовы смотреть подобное дерьмо. И я надеюсь, что мы с вами в этом отношении будем солидарны. Завтра, в четверг, на всех серверах Маджикраста произойдет глобальный вайп, в 14 часов, если что. И я пойду записывать новый материал. В этот раз у меня хотя бы есть идеи и план, и мне кажется, что должно будет получиться интересно. Кстати, что вообще думаете о подобных видосах, которые стоят из того, что не вышло на наших основных каналах? Напишите в комментариях, если вам зайдет, то иногда будем выкладывать что-то подобное сюда. Спасибо за внимание и до скорого.